На Пионерском проспекте сотрудники Ремстроя приступили к строительству велосипедной дорожки. Маршрут начнется от реки Анапка и завершится возле дельфинария на Пионерском проспекте. 1800 метров в длину и более 2 метров в ширину. Таким будет новый объект, который, несомненно, станет самым посещаемым местом любителей активного отдыха. В понедельник началось производство работ по рытью корыта. За один день вывезли 73 кубических метра грунта. Это 7 КАМАЗов вывезли. И на данный момент уже более 200 кубических метров грунта вывезено с этого объекта. Сейчас рабочие бригады прошли уже более 200 метров трассы. Идет отсыпка щебнем под установку бордюрного камня, который начнут монтировать уже в ближайшее время. После этого будет застелен асфальт и облагорожена зеленая зона. Все работы планируется завершить 1 мая.